Привет! Ну, это, в общем, следующий день. Я подумала, если уж у меня камера с собой, то я сделаю еще, видео просто. Ну, я сейчас, в общем, занимаюсь. Уже вечер, 7 часов стемнело, но погода хорошая. При открытом окне мне вот в рубашке не холодно. А сейчас это как раз время, то после того, как у меня разрядилась эта моя штуковина, и как раз мы с тобой сейчас переписывались в диалоге, мам. Вот. Я думаю, что я сегодня уже окончательно отошлю видео. Просто мне надо собраться с духом, открыть компьютер, подключить шнурок, нажать правильную кнопку, а вечером после дня попасть на ту кнопку — это уже большое достижение. Вот. Ну так, в общем, все хорошо. Сегодня отменилось все, что только могло. То есть вся велочельная группа собралась ждать репетицию в 10 часов. Ждем. Я учу испанский, мне было чем заняться. Мы там с велочелистом учили разные испанские слова. И, в общем, потом через 15 минут позвонил учитель и сказал, что, в общем, он не придет и что все отменяется. Ну, мы страшно обрадованные пошли сами заниматься. Потом, сейчас вечером должен был быть у меня, прослушивание такое, как хор, мне надо там спеть в хоре. Но учитель, я пришла, и там, написано на бумажке, что, в общем, сегодня все отменяется на другой день. В общем, так сказать, весело вышло. Что здесь делать? Я из окна просто вижу 11-й трамвай, не понимаю, что здесь делает этот трамвай. Он должен вообще-то ехать по другой линии. Ну ладно, оставим трамвай в покое. Вот, у меня в сумке лежат, я не буду сейчас доставать там, в общем, я купила себе 2 батончика марципана, страшно вкусных, просто это невыразимо, потому что это Weihnachts Spezialitäten, это, Spezialitäten, я не помню по-русски это слово, в общем, это бывает только вот к Weihnachten, то есть к Рождеству бывают такие батончики. Очень вкусные, покрытые шоколадной глазурью, внутри нежнейший марципан. Это просто что-то невероятное. Вот. Да, собственно говоря, я тут вот сижу с виолончелью. Вот так. И да, вы, я надеюсь, хорошо занимаетесь. И пианисты у нас тоже. Ластен Ципера, мои знакомые, мы недавно... увиделись, так, немножечко. И все у них хорошо. У вас, я надеюсь, тоже все хорошо. Я, собственно говоря, не знаю, чего мне тут даже показывать и рассказывать. Но... не нравится. Ну да, на улице, в общем-то, ничего интересного. Может быть, тогда мы... Сколько? 3 минуты? Просто в Ютубе там лимит времени, кажется, 10 или 7 минут, и потом надо... О, а вот, кстати, я собственной персоной в зеркале. Вот. О, так меня видно? Хорошо. Сейчас мы посмотрим на улицу. Вот. Это улица, это первый этаж на сей раз. Велосипедная стоянка, деревья, трамвай, это класс, которым я сейчас занимаюсь, по счастью случая. Вот, ну и последний, сейчас еще разок сниму себя любимого. Вот, я в общем сейчас продолжу постигать тайны игры на виолончели. Вот. Желаю хорошего вечера. Или хорошего дня, или хорошего утра. В зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Желаю всем, хорошего дня. Папа, не забывай гулять побольше. Соня, не забывай правильно питаться и высыпаться. Это очень важно, вопреки всему, спи на физике, хорошего желаю тебе сна на мыслитературе, под красивую музычку, желаю, чтобы литавры тебя там не будили. Потом
Да, спи хорошо тоже на русском языке. Ну, потому что ты его так и так все-таки не забудешь, и писать правильно тоже не научишься. Я пыталась, у меня не вышло. Соня, говорю по опыту, лучше спи в это время. Тебе будут сниться хорошие сны. Ну и тебе, мама, желаю побольше новых интересных идей, музыкальных и фортепианно-технических. Вот. Вот. Ну и да. Всего хорошего и всяких-всяких вкусняш. Это у меня уже такие ценности. Ну, просто слишком много всего вкусного, и я сегодня тоже объелась шоколадом, как обычно. Тут уже у всех шутки, потому что меня как не застанут в паузе, да я стою такая, с шоколадкой, hello. Das ist dein Hauptessen. Это означает твоя основная еда. Вот. Ну, так что вот. О нет, барабаны потом начали заниматься. Здесь, когда в нижнем этаже занимаются барабаны, то есть, знаешь, такая резонансная дун-дун-дун-дун-дун. И если ты так отрабатываешь ровное ведение смычка, то ты имеешь шанс хорошо это отработать, потому что дун-дун-дун-дун-дун. Резонанс очень хорошо здесь проходит, еще коврик такой. Вот, ну не страшно, на самом деле не мешает. Только когда тяжелая артиллерия, тогда уже, конечно, хочется постучать самому и по головам, чтобы уже понятно, что вы умеете дубасить. Пойди, отрабатывай бы звук хороший. Вот, я так коряво начинаю по-русски говорить после немецкого, это ужасно, потому что такое ощущение, что мозги просто скрипят. Ну ладно, это не важно. В общем, да, спокойной ночи, доброго утра, хорошего дня и приятного аппетита. Всегда с вами, оставайтесь на нашем канале.